Добрый вечер, дорогие телезрители. В прямом эфире телеканала «Россия-1» программа «Горячая линия». Я ее ведущая Мадина Лайпанова. Сегодня в нашей студии вместе с министром образования и науки Карачаево-Черкесской республики, а также руководителем Центра информационных технологий, мы обсудим самые актуальные вопросы сферы образования. Вы, наши телезрители, точно так же можете принять участие в данном разговоре. Для этого звоните по номерам телефонов 220673 или 220036 и задавайте интересующие вопросы. Ну что ж, давайте начинать. Добрый вечер, Инна Владимировна, Светлана Федоровна. Очень рада приветствовать вас сегодня в студии. Так совпало, что сегодня у нас прошли последние звонки, и как раз у нас в гостях сегодня представители как раз-таки сферы образования. У нас получился такой своеобразный классный час с министром образования и науки Карачаево-Черкесской республики, потому что сегодня мы как раз-таки обсудим те вопросы, которые волнуют не только учеников, их родителей, но и самих учителей нашего региона. Спасибо за то, что вот сегодня вы нашли время в такой непростой день, я думаю, для всего Министерства образования, и вот пришли к нам в гости. Именно поэтому хотелось бы начать сегодняшний наш разговор как раз-таки с последних звонков, которые сегодня вот и отзвенели. Сколько вообще, в принципе, учеников 9-11 классов сегодня у нас выпустились? Может быть, есть уже какая-то информация, сколько ребят сегодня вот покинули стены своих школ? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, сегодня особенный день для всех выпускников нашей страны, в частности, для Карачаево-Черкесской республики. Сегодня более 7,5 тысяч выпускников нашей республики, для них прозвенел сегодня последний звонок. Конечно, это очень волнительная, торжественная дата. Мы завершаем обучение 9-11 класса, но впереди еще ответственная пора. Это пора, когда необходимо сдать государственную итоговую аттестацию в 9 классах. Это основной государственный экзамен впереди, серьезное испытание для 11-классников. Это государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. Поэтому хочется пожелать ребятам еще не расслабляться, успехов, удачи и, конечно, тех оценок, которых они заслуживают, и поступить в те учебные заведения, о которых они мечтают. Ну что ж, поддерживаю вот такое поздравление и пожелание. Я действительно соглашусь с тем, что, мне кажется, самое сложное еще впереди. Это сегодня просто красивая такая церемония прощания. А вот экзамены – это такая сложная часть, я думаю. Кстати, для всех выпускников школ, вот как раз-таки, как вы и сказали, началась вот эта экзаменационная кампания. И хотелось бы узнать, какие-то нововведения ждут ребят при проведении итоговой аттестации? Спасибо за вопрос. Он достаточно часто звучит из уст и родителей, в том числе и учащихся. В этом году мы информировали выпускников 11 классов о том, что есть определенные изменения. В соответствии с поручениями президента Российской Федерации, вот буквально недавно, когда было обращение к Совету Федерации, прозвучало послание ввести дополнительные резервные сроки для пересдачи выборных предметов по ЕГЭ. И эти сроки уже определены в федеральном расписании. Это 4 и 5 июля, когда каждый выпускник 11 класса по своему желанию, по своему усмотрению может пересдать один из выборных предметов. Но здесь есть одно но, которое необходимо учитывать, что результат пересдачи, он считается завершающим, то есть аннулируется результат предыдущий при любых обстоятельствах. Поэтому прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. И только потом принять это решение, стоит ли идти на пересдачу данного предмета, если у вас достаточно хорошие результаты. То есть если хуже будет, уже как бы не сможете. Аннулируется понять. Первый результат по-любому. А также нововведение хочу отметить, это в этом году введена серебряная медаль. Она вернулась в систему образования, поэтому серебряную медаль могут получить ребята, у кого в аттестате не больше 2 четверок. По русскому языку они набрали по ЕГЭ не менее 60 баллов. И один из предметов выборных сдали не менее чем на 60 баллов. Вот такие выпускники могут рассчитывать на получение серебряной медали в этом году. А что-то дает данная медаль, ну как золотая, допустим, какие-то преференции при, может быть, поступлении? И золотая, и серебряные медали на усмотрение высших учебных заведений могут давать дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
что есть мотивация? У каждого высшего учебного заведения это свои определенные баллы. Они не очень высокие, до 3 баллов где-то. Угу. Сегодня все чаще, наверное, мы сталкиваемся с тем, что ребята уходят, скажем так, со школы после 9 класса. Да? Среднее профессиональное образование сегодня, оно достаточно востребованное. Хотелось бы узнать, какое количество именно таких учеников у нас в регионе и заинтересованы ли, в принципе, сегодня ученики вот в получении этого образования. Но тенденция последних лет такова, что более 60% выпускников 9 классов идут поступать в средние профессиональные организации. Эта тенденция вот последних лет, она сохраняется, и я думаю, она достаточно оправдана. Сегодня выпускники, их родители понимают, что после 9 класса можно легко овладеть профессиональными навыками, компетенциями, овладеть профессией и уже через 3-4 года быть специалистом среднего звена. Если ребята посчитают нужным и важным для себя, они могут продолжить обучение в высшей школе. Причем они могут это сделать и совмещая работу и учебу, поступить на заочное отделение, очно-заочное отделение. А кто-то остается на этом же уровне и продолжают работать. И хочу сказать, что сегодня специалисты среднего звена достаточно востребованы в экономике региона и в страны в целом. У них достаточно высокие заработные платы. Угу. И сегодня прям происходит борьба за этих специалистов. Поэтому обращаю пристальное внимание, что также выпускникам 9 классов перед тем, как принимать решение поступать в среднее профессиональное образовательное учреждение или идти в 10 класс, надо хорошо взвесить, что вам ближе, что вам лучше, и сделать свой правильный выбор. Угу. Вот сегодня многих выпускников, как и их родителей, интересует тема целевого обучения. Да? Скажите, пожалуйста, как сегодня можно вот попасть на это целевое обучение и какие преимущества, может быть, оно дает для Спасибо, что вы подняли этот вопрос. Буквально вот целевое обучение, образование, оно сегодня претерпевает серьезные изменения, я бы сказала, даже кардинальные изменения. Те направления, те квоты, которые раньше существовали, в этом году все кардинально поменялось. В соответствии с указами президента, постановлениями правительства у нас вводится новая система теперь получения целевых мест. Теперь главную и основную задачу, наверное, в этом процессе играет платформа, цифровая платформа «Работа в России», где должны быть зарегистрированы все работодатели, которые находятся в поиске работников или абитуриентов, которых они готовы, студентов будущих, обучить, или настоящих студентов, потому что целевые места, они могут предоставляться не только абитуриентам, студентам первого курса, но целевые места могут предоставляться абсолютно на всех курсах, и на втором, и на третьем, и то на четвертом. То есть можно перейти как бы, да, конечно, получается? Не перейти. А. Целевое место, работодатель может целевое место запросить, организовать, да? Под какого-то студента, конкретно, в ком он рассмотрел специалиста и в ком он заинтересован. То есть он готов его сегодня обучить. Целевое место – это гарантия, что этот студент вернется к нему через год, через два по окончанию учебного заведения к нему на предприятие или в организацию. Поэтому целевое место, оно раньше преподавалось и давалось только первокурсникам, у нас как бы вот такое понимание. На самом деле целевые места, они могут предоставляться абсолютно на каждом курсе обучения. И это основное сегодня изменение, мы говорим. Даже это изменение не сегодняшнего дня, это чуть раньше было. А сегодня мы говорим, что процесс получение целевого места во многом будет зависеть от того, как вы правильно зарегистрируетесь в личных кабинетах и на платформе «Работа в России». И работодатели, и абитуриенты, кто желают получить эти целевые места, и студенты со второго по четвертый, пятый курсы, если мы говорим о высших учебных заведениях, также должны зарегистрироваться на цифровой платформе «Работа в России», и работодатели, студенты, абитуриент только там могут встретиться, договориться, заключить предварительный договор и обратиться в учебное заведение с предварительным договором. Мы говорим сейчас о первом курсе. Выдержать испытания, потому что там тоже идет рейтинг по баллам ЕГЭ. Mm-hmm. Если вы проходите по баллам, поступаете на эти целевые места, то вы уже после зачисления в ВУЗ
заключаете основной договор. Вот сегодня процедура вот так выглядит. И буквально это все разрешается вот в течение этих дней. Вся регистрация на платформе цифровой работы в России должна завершиться до 25 мая, то есть уже завтрашний день, как бы заключительный. И работа будет осуществляться теперь вот так вот объективно, прозрачно. И со стороны абитуриентов, студентов, родителей их, и со стороны партнеров, работодателей, эта работа абсолютно прозрачна, и все друг друга видят. Причем сегодня даже студент может поехать отучиться совершенно в ином субъекте. Угу. Он уже понимает, где он через 4 года будет работать, на каком предприятии, учреждении, как будет называться его должность. А работодатель, соответственно, будет ждать этого специалиста. Угу. С определенными полномочиями, функционалом. Вот такая сегодня процедура, то, что касается целевых мест, выстраивается в нашей стране. То есть кардинально все меняется в этом году. Инна Владимировна, вот в советское время была практика распределения по рабочим местам, скажем да. так. Вот можно сказать, что это равнозначные такие практики, целевое обучение и вот распределение? Да, вы знаете, люди более старшего возраста и кому помнят, вообще да? посчастливилось по распределению поработать, многие об этом времени вспоминают и где-то с ностальгией даже. Я хочу отметить, что сегодня вот распределение по целевым местам – это тоже своего рода распределение, потому что уже изначально вы знаете, человек что знает. Через 4 года или там, если работодатель в вас вложился и целевое место вам предоставил на 3-4 курсе, через 2 года вы получите работу. То есть целевое место – это гарантия трудоустройства. Это бюджетное место в обязательном порядке, и это гарантия трудоустройства. Поэтому это то же самое распределение. И сегодня система образования ставит нам определенные задачи, что таких целевых мест должно быть достаточно. Есть определенные уже квоты в среднепрофессиональном образовании. Вот если говорить о педагогическом образовании, то уже в 2024 году 30% бюджетных мест должны быть целевыми. В следующем году их будет больше и больше. Мы придем к тому, что фактически у нас под каждое бюджетное кадры место будет целевое место. А это говорит о том, что все выпускники будут, которые обучались на бюджетных местах, они будут трудоустроены. Угу. Поэтому я считаю, что это шикарная альтернатива как раз-таки распределению тому, что было в советские времена. И не будет вот этого вопроса, куда же идти работать после института. Да? Его вот не должно возникать. Сегодня экономика нашей страны, экономика субъекта ставит новые вызовы, новые требования, поэтому очень востребованы специалисты и среднего звена, и высшего звена. Сегодня необходимо перестроить направление подготовки специальностей и выпускать тех специалистов, которые на самом деле востребованы в регионе и в стране в целом. Хочется отметить, что сфера образования – это такая сфера, которая постоянно меняется, развивается, скажем так, и наш регион не исключение. Это развитие включает в себя в том числе инфраструктуру образовательных организаций. Вот хотелось бы узнать, какая работа сейчас ведется в Карачаево-Черкесии. Может быть, есть какие-то результаты, которыми мы можем сегодня похвастаться? Спасибо. Я хочу сказать, что система образования – это достаточно динамичная система, подвижная, и за последнее время, благодаря поддержки руководства республики, инициативы президента Российской Федерации, происходят глобальные изменения, как вы сказали, в инфраструктуре образования. Но, во-первых, это появляются новые школы. Строительство школ вот в нашем субъекте не осуществлялось почти 30 лет. Угу. За последнее время вы видите, сколько новых школ появилось. И особенно эта работа, в юбилейный год было много. И в юбилейный год, и в этом году у нас должно вот завершиться строительство 5 новых школ. Новых, абсолютно новых. На следующий год эта работа также будет продолжена. Дошкольно-образовательная организация, то же самое. 27 лет не строились у нас детские сады. За последние 4 года у нас появилось 14 новых дошкольных образовательных организаций в рамках национального проекта «Демография». Не просто детские сады, появились ясельные группы у нас. То, чего раньше тоже не было. Да, остро стоял вопрос. Сегодня у нас ликвидирована очередность дошкольно-образовательной организации. Сегодня идет программа капитального ремонта образовательных организаций. То есть наши образовательные организации, которым по 50, 60, 70, есть и больше лет, они не видели за последнее время вот такого качественного ремонта, который охватывает 14 видов работ. Но помимо ремонтных работ еще идет оснащение
необходимым учебным и воспитательным оборудованием. Это много значит. Идет переподготовка кадров. То есть это такая большая комплексная системная работа. Также вопросы безопасности уделяются при капитальном ремонте. Достаточно серьезные и актуальные. Вы видите сегодня, время, что происходит. Да. Вокруг нас, поэтому я считаю, что кардинальные изменения сегодня происходят, и они не могут не радовать. Также благодаря реализации национального проекта образования у нас появляются всевозможные сущности для творческого развития детей. Вот ну да, возможности действительно там. Центр для талантливых и одаренных детей у нас появился благодаря поддержке главы Карачаево-Черкесской Республики. Тот центр, который не имеют, может быть, еще многие субъекты. И сегодня на базе этого центра у нас проходят профильные смены, интенсивные смены с углубленным изучением определенных предметов и направлений. В этом году мы организовали там проведение школьной олимпиады. Было достаточно объективно, достаточно интересно, насыщенно, результативно было. То есть точки роста, которые у нас сегодня появляются в школах, расположенных в сельской местности, это цифровая образовательная среда, это создаются дополнительные места в сфере дополнительного образования детей, разных направлений, разных направленностей со стороны учащихся, воспитанников центров дополнительного образования. То есть инфраструктура сегодня развивается достаточно буйными темпами, это нас не может не радовать. Угу. Главное, чтобы мы успевали педагогов готовить под те запросы, которые сегодня у нас имеют место быть в обществе. Ну и чтобы хватало детей, да, для всех этих образовательных. Вы знаете, деток хватает, у детей огромный интерес ко всем этим направлениям, программам развития. Дети идут в ногу со временем, поэтому нам надо успевать за детьми все это создавать и удовлетворять их потребности. Угу. Ну, дети центральные, скажем так, главные роли играют в сфере образования, все направлено как раз-таки для них, и в том числе летний отдых, который вот-вот начнется буквально в течение недели. Вот хотелось бы узнать, каким он будет в этом году, что подготовили для ребят вот из Карачаево-Черкесии, и, в принципе, где, может быть, они смогут отдохнуть. Да, о летнем отдыхе, наверное, могут мечтать все школьники, кроме выпускных классов. Да, у них это не отдых. У них не отдых пока, но, тем не менее, мы готовимся и к данному направлению, поскольку лето уже на следующей неделе у нас. И мы озадачены тем, чтобы это лето прошло безопасно, интересно, качественно для наших ребят. Количество лагерей в этом году будет 110, из них 101 лагерь – это пришкольные лагеря. В июне месяце ребята смогут отдохнуть в своих образовательных организациях с интересными программами. 7 лагерей будут загородных, 9 палаточных лагерей. Разные направления, разные тематики. Хочу отметить, что в этом году в работе лагерей будут участвовать советники директора по воспитанию, которые были в школе. Они обучились, они также станут вожатыми, воспитателями. Мы также включаем в работу студентов педагогического колледжа, которые себя также зарекомендуют как вожатые воспитатели. Количество детей, охваченных летним отдыхом, будет не менее 13 тысяч, то есть это чуть больше уровня даже прошлого года мы планируем. В этом году к нам также приедут ребята из Луганской Народной Республики, Старобельского района, подшефная наша территория. Мы с удовольствием примем не менее 750 ребятишек. У нас останутся отдыхать ребята из Белгородской области, которые сегодня у нас проживают в пунктах временного размещения. Мы тоже им рады. Также из Палестины остаются у нас гости. Мы готовы организовать сегодня летнюю оздоровительную кампанию, которая пройдет интересно, насыщенно. И постараемся сделать, чтобы это все было безопасно. Мы сегодня большую работу в этом направлении провели и готовы, чтобы наши ребята оздоровились, отдохнули. И с новыми силами уже в новом учебном году приступили к образовательному процессу. Наверное, самая приятная часть, скажем так, окончания учебной жизни, скажем, школьной, да, это выпускной вечер, которого ждут все выпускники, которые сейчас будут сдавать единые государственные экзамены, а потом вот пройдут выпускные. Вот хотелось бы узнать, как подготовились мы в нашем регионе к этому событию и вообще, где будут проходить, может быть, выпускные вечера. Ну, о выпускных пока мы еще не говорим громко, потому что надо пройти экзаменационный период. Но мы запланировали, что выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня 2024 года. Пройдут они
торжественные мероприятия, вручение аттестатов в образовательных организациях, там, где обучались ребята. К выпускным готовятся каждое муниципальное образование. Отдельно будем чествовать ребят, у которых есть золотые медали за успехи в учебе, золотые, серебряные медали в этом добавятся, поэтому контингент ребят с медалями в этом году будет значительно выше, мы это тоже понимаем. Но сейчас надо сдать все экзамены, подвести итоги, а потом уже будем говорить о выпускных вечерах. Но готовимся, сейчас готовимся тоже к ним. Угу. Вроде бы как только завершился учебный год, ну, даже еще не завершился, еще не прошли экзамены, но тем не менее, я думаю, что министерство уже готовится к следующему учебному году. Абсолютно. Вот какие, да, задачи у вас стоят на будущий год учебный, 24-25? Вот вы абсолютно правильно подметили. Мы сегодня, я хочу отметить особенный день, сегодня еще день славянской письменности, да. Кирилла и Мефодия. Вот это наши сподвижники, кто разработал азбуку как раз. И сегодня такой значимый очень день для нашей республики. Глава Карачаево-Черкесской республики сегодня вместе с гостями, с учащимися общеобразовательных организаций, с педагогами открывали памятник первому учителю. Угу, поэтому, да, очень знаковое событие, я хочу сказать, да. Но при этом, буквально придя с мероприятия, мы уже получили массу писем о том, что необходимо готовить образовательные организации к новому учебному году. То есть еще даже последний звонок не прозвенел, но мы уже начинаем заниматься подготовкой образовательных организаций к учебному году. На самом деле это серьезный вопрос, и на первом месте сегодня вопросы стоят антитеррористической защищенности объектов образования. Да. Поэтому, да, и учебники начинаем приобретать для нового учебного года. Это тоже работа ведется, можно сказать, круглогодично. И учителя наши проходят подготовку и переподготовку тоже, можно сказать, это постоянно в течение всего учебного года. И капитальный ремонт в образовательных организациях вот именно в летний период должен пройти более высокими темпами, интенсивными темпами, чтобы завершить капитальный ремонт, и по поручению главы Карачаево-Черкесской республики капитальный ремонт должен быть завершен до 15-10 августа, и уже к 1 сентября все образовательные организации должны быть готовы и принять учащихся опять в своих стенах. Угу. Поэтому большая работа проводится на самом деле, она проводится не только там в период ЕГЭ или лета, она проводится круглогодично, да. А тут поступил вопрос, вернее, даже благодарность, наверное, от директора школы аула Верхняя Амара. Оксана Хусеевна пишет, передает. «Хочу сказать огромное спасибо за капитальный ремонт в нашей школе. Дети с большой радостью идут на занятия, и учителям приятно работать в практически новой школе». Очень приятно получать такую информацию. Да, спасибо. Будем надеяться, что совсем скоро со всех населенных пунктов нашей республики будут поступать такие сообщения. Спасибо. Вот поступил вопрос из Карачаевского городского округа. А если выпускник получает на ЕГЭ меньше 70, но больше 60 баллов, он получит медаль? И если да, то какую? Я так понимаю, может быть... Если выпускник является претендентом на аттестат с отличием... Изначально. Изначально. Да, то есть, да, у него все оценки пятерки в аттестате, мы уже понимаем, он претендент. Если он получает 70 баллов по русскому языку, в этом году немножко правила изменились. Если по русскому языку он получает 70 баллов, и по одному из выборных предметов он границу преодолевает 70 баллов, то он является кандидатом на аттестат с отличием. Если ниже 70 баллов, у него стояли все пятерки, но ниже 70 баллов он уже золотую медаль не получит. То есть тут это как целый комплекс таких факторов, да, должен совпасть. Да. Сегодня большое внимание при строительстве школ уделяется, ну, скажем так, детям с ограниченными возможностями здоровья, да, и мы это видим на примере новых зданий и новых школ. Вот хотелось бы узнать, есть ли какие-то дополнительные меры поддержки ребят вот с ОВЗ? Но дополнительные во время сдачи единого государственного экзамена. Да, при сдаче экзамена. Наверное, да. Ну, сейчас у нас экзаменационное, конечно, как бы, такое сегодня время. Сегодня данной категории детей уделяется пристальное внимание, и в целом в образовательном процессе мы должны создать для них необходимые условия. И поэтому и при сдаче единого государственного экзамена, и основного государственного экзамена, у этих детей должна быть специальная рассадка. Во-первых, должны быть необходимы созданные условия при входной группе. Это пандусы необходимы, это поручни необходимые, зоны общего действия, санузлы и все остальное оборудовано для такой категории детей.
Продолжительность экзамена у них увеличивается на 1,5 часа в соответствии с заключением психолога-медика педагогической комиссии. Это время дается ребятам для приема медикаментов, если в этом будет необходимость, и приема пищи. Хочу обратить внимание, что в 11 классах у нас во всех аудиториях есть видеонаблюдение. И даже в аудиториях, где детки находятся, инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, где имеется спецрассадка, там также будут видеокамеры. И в этом году у нас в каждой аудитории будут использованы средства подавления сигналов связи. Угу. Мы это делаем для того, чтобы экзамены прошли объективно. И все ребята, все выпускники имели равные условия. Ну и, конечно, наша основная задача – создать благоприятные условия, климат для всех ребят, которые приходят на экзамен. Чтобы они не беспокоились ни о чем, им было комфортно во всех отношениях, и чтобы экзамен проходил в спокойной обстановке. Угу. Инна Владимировна, тут нам поступило несколько звонков и собрали как бы в один такой вопрос, похожие вопросы от родителей учеников нескольких сельских школ. Из разных районов республики поступил вопрос. За последние годы, я читаю, как передали, скажем так. За последние годы стала заметной тенденцией, когда классные руководители и учителя ведут целенаправленную работу с учениками и их родителями, направленную на то, чтобы дети уходили из школы после окончания 9 класса. Ну, собственно, мы говорили об этом ранее. Школьнику активно внушается мысль, что сдать ЕГЭ в 11 классе он ни за что не сможет. Что будет лучше, если ребенок пойдет учиться в среднее профессиональное заведение. Напрашивается вывод, что учителя таким образом хотят избавиться от неугодных учеников, но зачастую в этот список попадают очень даже перспективные дети, у которых хорошие шансы получить аттестат о среднем образовании. Что же это, компенсация отсутствия учащихся в СУЗах или нежелание работать от учителей? Вот как бы вы могли прокомментировать? Хороший вопрос, но мы должны с вами тоже понимать, что в 10 и в 11 класс должны идти мотивированные дети, которые смогут учиться, во-первых, дальше, у которых нет проблем с усидчивостью и с обучением. Это дети, которые, естественно, смогут сдать ЕГЭ, это дети, которые пойдут поступать в высшие учебные заведения. Ну, для чего идти в 10-11 класс, если вы не сможете сдать ЕГЭ, не сможете поступить в ВУЗ? Лучше, наверное, пойти сразу в колледж, попробовать себя там. Если вам очень понравится, вы можете дальше поступать также в ВУЗ, причем сдавая вступительные испытания в ВУЗе, имея уже на руках диплом специального специалиста без ЕГЭ. Без ЕГЭ, да. К тому же вы понимаете, что сегодня президент обозначил, мы должны с вами строить инженерное направление, инженерное образование создавать. Сегодня необходимы нашей стране такие кадры, как инженеры. Поэтому акцент будет больше сделан, конечно, в перспективе на обучение инженерных кадров и на сдачу таких предметов, как физика, химия, биология, естественно, научных точные предметов, науки. Да, технических, математика профильная. Угу. Если ребята чувствуют, что они знают, никто не может запретить им идти в 10 класс. Угу. Они тоже должны это понимать. Это их право. Угу. Поэтому учителя, наверное, просто пытаются сказать свое решение и правильно направить ребят. Ведь, наверное, учитель проводит больше времени с ребенком и видит способности и возможности каждого ребенка, поэтому помогает определиться им с выбором. Я думаю, ни больше, ни меньше повлиять на этот выбор, но, наверное, все-таки выбор остается за учеником и за его родителями. Инна Владимировна, такой вопрос поступил из Адыгейхабльского района, аул Адильхалк, от Шамиля Джимакулова. 2 года назад в средней школе проводился капитальный ремонт. В эксплуатацию школу ввели, но учебный процесс прервался через 2 месяца, так как в школе сложилась опасная для детей ситуация в связи с образованием расщелин в полу и потолке. Независимая экспертиза показала несоответствие проектной документации фактических работ. Прокуратура вынесла решение о закрытии аварийного здания, и наши 130 детей учились в муниципальных зданиях аула. Когда же школьники нашего аула смогут учиться в нормальной школе? Да, об этой ситуации мы знаем. Это такая вот нерядовая ситуация произошла. Был сделан качественный капитальный ремонт. Сами мы выезжали, даже смотрели, и на открытии были, порадоваться успели. Но потом произошли вот такие вот непредвиденные обстоятельства. Экспертиза выезжала, смотрела, оценку свою дала. Ну, какая-то работа сегодня в этом направлении проводится. Министерство строительства, подрядчики все подключились к этой работе. Я думаю, что уже с сентября нового года учащиеся этой школы вернутся в свои родные стены. Что ж, будем надеяться. У нас на самом деле очень много вопросов, потому что сфера образования, наверное,
касается буквально каждого, но я предлагаю все-таки сделать небольшой перерыв и уйти на рекламную паузу. После этого мы вернемся к нашим вопросам. Спасибо. Итак, рекламная пауза. Весна. Гормоны в расцвете. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной железы. Обмена веществ. Мужского и женского здоровья. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам 8-918-225-46-20, 8-929-861-65-99. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Даваторцев 39А, 43, 73, 87. Требуется специалист на государственную службу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии. Если вы коммуникабельны, образованны, легко обучаемы и широким кругозором, ждем ваше резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру. Код 8-878-2-26-30-95, мобильный 8-938-029-94-88. Академия российского телевидения объявляет прием заявок для участия в 23-м Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Подробности на сайте tefi.ru. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. А мы вновь возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, что в прямом эфире телеканала «Россия-1», программа «Горячая линия». Сегодня у нас в гостях министр образования и науки Карачаево-Черкесской республики Инна Владимировна Кравченко и директор Центра информационных технологий Светлана Федоровна Кулакова. Хотелось бы узнать, Светлана Федоровна, вопрос на самом деле к вам адресован. Впереди ЕГЭ. Все мы знаем, что эта процедура достаточно такая волнительная для некоторых, и родителей, и школьников в том числе. Вот хотелось бы узнать, скажите, пожалуйста, в этом году кто вообще из наблюдателей будет присутствовать в пунктах сдачи ЕГЭ? Чем чревато нарушение правил проведения, то есть со стороны детей? И что делать, если все-таки ребенок, скажем так, нарушил эти правила? Добрый день, уважаемые телезрители! Ну, хотелось бы ответить на этот вопрос полностью, чтобы все вопросы, как говорится, снять сразу. Снять сразу. Для обеспечения порядка в пунктах проведения экзаменов присутствуют федеральные эксперты, федеральные общественные наблюдатели, региональные общественные наблюдатели, представители Государственной экзаменационной комиссии, представители отдела по контролю и надзору в сфере образования. То есть все эти люди находятся в пункте для того, чтобы обеспечить порядок и соблюдение условий для того, чтобы все объективно и в равных условиях сдали экзамены. Также у нас в каждой аудитории при сдаче ЕГЭ установлено видеонаблюдение. Видеонаблюдение у нас работает в режиме онлайн. Имеется у нас региональный ситуационный центр, онлайн-наблюдатели просматривают каждую аудиторию в целях выявления нарушений.
как говорится, на ранней стадии. Кроме регионального ситуационного центра, есть еще федеральный ситуационный центр. Онлайн-наблюдатели также отсматривают каждую аудиторию. То есть все детки находятся под контролем. Есть случаи, когда онлайн-наблюдатели выявляют то или иное нарушение. В данном случае они сообщают. То есть у нас есть портал «Смотри ЕГЭ», и в каждый пункт мгновенно приходит информация о том, что вот есть подозрение на такое-то нарушение. То есть указывается аудитория, участник, его посадочное место и тип нарушения, на которое указывает общественный онлайн-наблюдатель. А самые распространенные, скажем так, нарушения? Самые распространенные – это наличие посторонних листов бумаги. То есть так называемые шпаргалки участники пользуются. Подозрение на использование средств связи. То есть это может быть камера, либо телефон. Бывают, когда, бывают случаи, когда участники достают телефон и пытаются там сфотографировать задание, чтобы отправить, как-то решить, кому-то отправить. Но они думают, что делают это незаметно, но оказывается онлайн-наблюдатель все это видит. Да, потому что вся аудитория охватывается полностью, ни одной, как говорится, мертвой зоны нет. То есть под контролем как участники, так и организаторы, которые присутствуют в этой аудитории. После того, как метка поступила в пункт проведения экзамена, сразу же члены ГЭК должны отреагировать, проверить, подтверждается данный факт или нет. Для этого участник приглашается в штаб ПП, где происходит осмотр, то есть смотрят, действительно ли, допустим, участника есть телефон, Для этого у нас используются ручные металлодетекторы. И если нарушение подтверждается в штабе, то при видеонаблюдении все это протоколируется, фиксируется, составляется акт, и участник удаляется с экзамена. А что вот делать, если все-таки так случилось, и вот удалили ребенка с экзамена? Ну, к сожалению, если участника удаляют, его результат аннулируется без права пересдачи в текущем году. То есть в следующем году То есть экзамен он будет пересдавать только на следующий год. Получается, он аттестат не получит? Аттестат он не получит, Но это серьезные достаточно такие последствия. Получается, что и не поступит. Стоит, наверное, все-таки лишний раз подумать, прежде чем вот задуматься о нарушении, так скажем. Поэтому в этом направлении проводится большая информационно-разъяснительная работа, начиная с начала учебного года, как с родителями, так и с выпускниками. Потому что мы даже приводим примеры типичных нарушений предыдущего года, показываем, чтобы дети знали о том, что их ждет в случае удаления с экзамена. А в общей сложности сколько детей планируется, что в этом году будет сдавать ЕГЭ? Ну, порядка 1700 участников. Немаленькое, скажем так, количество, достаточно большое. В общем-то, все пункты на сегодняшний день готовы, к проведению экзаменов, правильно я понимаю? ЕГЭ у нас технологичное, то есть у нас технология получения и передачи экзаменационного материала по сети интернет. Технически все готово. Вчера у нас прошел первый экзамен в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев. То есть республика к проведению экзаменов готова. Ну, пожелаем тогда всем ребятам, кому предстоят эти экзамены, удачи, успехов. И будем надеяться, что никто все-таки нарушать правила не будет. Возвращаемся к вопросам. Вот поступил интересный вопрос из Черкесска. Родители школы номер 4. Почему в нашей школе заставляют сдавать так называемую добровольную материальную помощь? Раньше многодетная семья сдавала только за одного ребенка, теперь требуют сдавать за каждого. Также ранее обязательная форма одежды для школьника была белый верх, черный низ. Теперь настойчиво предлагают покупать форму у фирмы Эдельвейс, причем по неприемлемой для многих семей стоимости. Родители соглашаются, потому что боятся, что их отказ отразится на детях. Ну и плюс такой вопрос здесь же, нехватка учителей-предметников. Прям три вопроса из одной школы. Так, спасибо за вопрос. То, что касается внешнего вида, мы передадим эту информацию в город Черкесск и постараемся разобраться, потому что впервые слышу, что заставляют единую форму приобретать у какой-то фирмы. Фирмы, да. Да, с муниципалитетом разберемся. По первому вопросу тоже. Помощь. Да, материальная помощь. Всевозможные сборы – это незаконно. Мы тоже по этому вопросу разберемся. Если такой факт имеет место быть, просим также
также обращаться и в правоохранительные органы. И вообще прошу передать мне, если можно, и контакты, кто обращался. Мы обязательно их пригласим на прием и разберемся. И по третьему вопросу у нас... Нехватка учителей. Нехватка учителей. Спасибо за вопрос. На самом деле существует сегодня такая проблема в целом в стране. Наш субъект не исключение. Порядка 2% у нас сегодня это дефицит учителей составляет. Мы стараемся за счет совмещения эти дефициты ликвидировать, но мы понимаем, что за счет совмещения страдает качество работы, преподавания, соответственно, образования. Работаем и над этой проблемой, о ней мы знаем. Она имеет место быть сегодня, да. Инна Владимировна, ну, вопрос поступил анонимно, здесь просто написано от родителей. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям, вот от кого поступил вопрос, как сказала Инна Владимировна. На прием обратитесь, да, на прием, напрямую. Я думаю, что это будет конфиденциально, никто не узнает ваши фамилии, там, имена. И, пожалуйста, лучше сразу в министерство, потому что одно дело задать вопрос так. Прямо в понедельник с утра мы ждем родителей, даже там, если это группа родителей, готовы со всеми встретиться и обсудить эти вопросы. Такой вопрос поступил. Будет ли в ближайшее время разрабатываться программа по предоставлению льгот выпускникам, детям участников СВО при поступлении в вузы? Хороший, актуальный вопрос. Я хочу сказать, что у нас таких ребят, чьи папы сегодня находятся в зоне СВО, достаточное количество и среди 9 классов и 11, и мы буквально вот 2-3 месяца назад собирали всю эту категорию ребят вместе с родителями, проводили большую информационную работу по правам того, как сегодня они могут поступать и в средние профессиональные образовательные организации, и высшие. Я уже уверена в том, что ребята для себя уяснили многие, что у них есть специальные сегодня права для данной категории детей. Они проходят по особым льготам и высшие учебные заведения, и даже в образовательных организациях. Ребята первой категории, они знают, кто относится к данной категории, чьи родители погибли или имеют серьезные ранения, они могут поступать без сдачи единого государственного экзамена, выборных предметов. Они сдают только русский, математику для получения аттестата, и они уже могут быть зачислены в высшие учебные заведения. Ребята второй категории, это чьи родители служат на СВО, они сдают единый государственный экзамен или выбирают вступительные испытания в ВУЗе. И они тоже по отдельной льготе поступают в высшие учебные заведения. То, что касается среднего профессионального образования, там ребят этих зачисляют в преимущественном порядке, то есть там проблем никаких нет. Без очередей они у нас в приоритетном порядке зачислены в средней профессиональной образовательной организации. Если возникают вопросы такого характера, также просим обращаться в Министерство образования и науки. Мы прокомментируем, поможем определиться. Еще раз напомним о правах и обязанностях абитуриентов и студентов. У нас есть специальный закрепленный консультант при Министерстве образования, который ведет работу именно с семьями, где есть представители СВО. Разъясняет все эти моменты. Поступил такой вопрос из Усть-Джигуты. Мои дети учатся в 5-й школе Усть-Джигуты. Учителя замечательные, к детям относятся прекрасно. Но школа маленькая. Дети занимаются в нескольких зданиях, туалет на улице. Планируется ли там строительство новой школы? 5-я школа, да, Усть-Джигуты. На самом деле школа достаточно уже возрастная, маленькая. Район разрастается, детки не помещаются. В перспективном плане развития у нас стоит строительство школы. Но, во всяком случае, это точно не в ближайшую перспективу. Но в плане стоит строительство школы номер 5 города Усть-Джигута. Антонина Васильевна, станица Зеленчукская, спрашивает. Каждый год мы покупаем дополнительные тетради для практических работ, а стоят они недешево. Если в семье несколько учеников, это солидная сумма. Есть ли возможность, чтобы школа обеспечила учеников дополнительным обучающим материалом? Рабочие тетради, это считается расходные материалы. Каждая образовательная организация сама принимает решение,
есть ли необходимость в образовательном процессе использовать рабочие тетради. Mm-hmm. То есть этот вопрос родители могут адресовать руководителю образовательной организации, педагогическому коллективу и принять решение, есть необходимость затрачиваться, приобретать эти рабочие тетради. Как правило, mm-hmm. эти тетради приобретаются, они целый год, исписывается буквально одна-две странички, потом они не используются по тем mm-hmm. или иным причинам. Поэтому этот вопрос на уровне общеобразовательной организации можно самостоятельно решить. Угу. Поступил вопрос от родителей школы номер 8 города Черкесска. Школа номер 8 была построена в 1938 году. Даже после ремонта в здании школы пахнет сыростью. В туалеты неприятно заходить из-за постоянных специфических запахов. Какова вероятность, что на месте этой старой школы построят все-таки новую, современную? Спасибо. О состоянии 8 школы города Черкесска мы знаем. Старались попасть в программу по строительству новой школы, но в ближайшее время мы надеемся, что эта школа попадет в программу капитального ремонта. Капитальный ремонт – это, можно сказать, что то же самое, что строительство новой школы. Знаем об этих проблемах, на контроле находится эта школа, и, надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится. Софья Евгеньевна, город Черкесск. Когда в центре образования номер 11 Черкесска будет нормальный туалет для детей? Вот такой вопрос. Возьму на контроль, выйду, посмотрю, что там происходит с руководителем. Я думаю, что мы решим этот вопрос за летний период. Дарья, город Черкесск. Я мама троих детей, муж участник СВО. Сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Платила за питание детей в школе, за обеды. Мне сказали, что нужно собрать справки, и потраченные деньги мне вернут. Документы собрала, отдала в школу. Прошло 2 месяца, но никто ничего мне не вернул. Спрашивала у классного руководителя, почему, он ответил, не знаю. Есть постановление правительства Карачаево-Черкесской республики. Данная категория детей у нас получает компенсацию за питание, то есть там проблем никаких не должно быть. Укажите, пожалуйста, какая школа, я разберусь прямо в понедельник. Здесь указан номер телефона. Указан. Школа, передайте не указан. Нам тогда, пожалуйста. Да, конечно. Угу. Что ж, такой вопрос вообще хотелось бы узнать. У нас много в регионе талантливой молодежи, и она всевозможными мерами поддерживается, скажем так, да? Вот хотелось бы узнать со стороны, по линии Министерства образования, какие меры поддержки вообще существуют для талантливой молодежи, успешной, скажем так. Наверное, не по линии Министерства образования, а по линии правительства и главы. У нас есть стипендии главы для талантливых и одаренных детей, для ребят, которые хорошо учатся. У нас есть именные стипендии правительства Карачаево-Черкесской республики, их достаточно большое количество ежегодно. Ребята получают повышенные стипендии. У нас есть гранты главы для молодых научных работников. В размере 50 тысяч ежегодно они выплачиваются. Угу. А также всевозможные поощрения. Талантливые у нас ребята поощряются поездками клубы выходного дня. Это Ставропольский край, это наша кузница, Кавказские минеральные воды, на экскурсии посещают. Также ребята имеют возможность поехать отдохнуть на Черноморском побережье. Угу. Это тоже у нас имеет место быть. Это артеки всероссийские, наши лагеря и центры образования. Сегодня ребята талантливые, одаренные, которые имеют успехи и достижения, они вот поощряются вот такими поездками. Угу. Поэтому всевозможные меры поощрения по линии Министерства образования, правительства сегодня имеют место быть для такой категории ребят. Хочу отметить, что таких ребят у нас становится все больше, заинтересованных, любознательных. Ребята хорошие, показывают результаты на всероссийских олимпиадах, конкурсах. И вот наш регион все чаще и чаще сегодня звучит на всероссийском этапе. Это приятно. А как вот выбирают этих детей? Это надо как-то оформить заявку или, в принципе, это вот администрация школы как бы предлагает этих детей? Если мы говорим об Артеке, то есть у нас специальная электронная база, она федеральная база, региональная база, куда ребята подгружают все свои достижения, дипломы, грамоты, патенты, если у них есть. Оценивается уровень, это может быть школьный какой-то уровень, муниципальный, региональный, всероссийский, международный, присваиваются определенные баллы, выстраивается рейтинг, и у кого больше баллов, вот так же, как на ЕГЭ. Первые, у кого больше баллов, они едут уже на какие-то определенные тематические смены, в тот же Артек или в смену, или в Орленок, в лагеря всероссийские. Поэтому все в руках ребят.
Очень отрадно, что мы все-таки с каждым годом все больше переходим на электронную такую, скажем, систему, да, и поощрение, и оценки, что это вот как-то убирает человеческий фактор, да, и действительно все дети как бы получаются равны. То все есть прозрачно, система, и объективно, и сами родители, и дети могут в этом убедиться. На самом деле у ребят, у которых есть достижения, у них сегодня прекрасная возможность поехать и отдохнуть за пределами даже нашего субъекта и округа. Это не может не радовать. У нас регион Карачаево-Черкесия – это один, наверное, из немногих в нашей стране, где общеобразовательные организации обеспечены школьным автотранспортом. И хотелось бы узнать, будет ли продолжаться работа по обеспечению некоторых, может быть, образовательных учреждений. Очень хороший вопрос, потому что вот на протяжении вот этих крайних дней мы тоже работаем в этом направлении. И пришли запросы с Министерства просвещения. Я скажу больше. Мы не только школы будем теперь обеспечивать школьным автотранспортом. Сегодня рассматривается вопрос, чтобы обеспечить дошкольные образовательные организации таким детским школьным автобусом или пришкольным уже автобусом, он будет называться, с детскими сиденьями. Да. Да, вот такой вопрос рассматривается. Мы буквально вот на днях собирали потребность, отправляли в Министерство просвещения заявку. Поэтому эта программа продолжается. Она будет до 2030 года, вот, ближайшая перспектива ее, а дальше будет видно. Ну, хочу отметить, что на сегодняшний день наши школы все заменили школьные автобусы, то есть у всех достаточно новые, комфортабельные школьные автобусы. Сегодня кому-то даем дополнительные единички, более 130 школ сегодня осуществляют подвоз детей из школы и до дома. Эта услуга достаточно популярная. Хочу отметить, и для ребят созданы необходимые условия для того, чтобы с комфортом добраться до школы и обратно. Работа в этом направлении ведется. На самом деле сегодня в нашем регионе уделяется внимание не только обеспечению вот технической какой-то базы, да, для обучения, но и вопросам воспитания. Сейчас время непростое, мы об этом уже ранее говорили. Вот хотелось бы узнать, есть ли какие-то результаты, которыми, может быть, мы можем похвастаться в этом направлении. Тоже хороший вопрос, хочу сказать. И указ, концепция до 2030 года, то, что касается образования, она полностью будет базироваться на воспитании гармонично развитой, нравственной, культурной, образованной личности. Вот так это будет звучать. И эта работа сегодня проводится, большая работа проводится в образовательных организациях у нас. То, что вот целый год у нас идут разговоры о важном, это тот урок, который сегодня стоит в расписании. В каждой образовательной организации, в каждом классе мы знаем, то есть прививаем патриотизм, чтобы ребята знали наши символы обязательно, все государственные праздники, которые сегодня были сопричастны к этому непосредственно. Хочу отметить, что в этом году во всех школах нашей республики, благодаря поддержке Рашида Борисбеевича, появились советники по воспитанию руководителей образовательных организаций. Они развивают сегодня, направляют деятельность детей по особой программе, единой программе, которая также соответствует календарю всех мероприятий, государственных праздников. И мы видим, насколько сегодня активны, насколько насыщена сегодня программа в образовательных организациях, насколько интересна и насколько заняты наши ребята. Поэтому большая работа в патриотическом, воспитательная работа, военно-патриотическая работа проводится. И эта работа продолжается не только в течение учебного времени, но она продолжается и в летний период, когда наши дети поедут в загородные лагеря, в пришкольные лагеря. Там также будут тематические темы и направления развития каждого лагеря. Каждый лагерь имеет свою программу развития, свои темы. Это и военно-патриотическое воспитание, конечно, это и туристическо-краеведческое воспитание в обязательном порядке. У нас будут профильные и лагеря, и смены российского движения детей и молодежи, то, что у нас сегодня так появляется активно, и дети с удовольствием вступают в ряды этих организаций. Наши малыши, это начальная школа «Орлята России». Сегодня отдельно мы выделили, предоставляем им 350 мест для отдыха. Причем делаем это в преимущественном порядке. Первая смена отдана ребятам, это 3-4 классы, которые могут также в этом году оздоровиться, отдохнуть в наших загородных лагерях, то, чего раньше не было. То есть вот такая системная большая работа
по воспитанию, военно-патриотическому, нравственному, культурному воспитанию сегодня проводятся в образовательных организациях круглый год. Подчеркнем это еще раз, да? То некоторые думают, что раз лето, все, нет, все отдыхают. Летом мы тоже будем заниматься воспитанием детей. А когда еще? Ну да, во внеурочное время, мне кажется, помимо уроков, это как раз-таки более эффективно, наверное, все-таки, когда непосредственно взаимодействуют с детьми. С Нового года будут введены в образовательный процесс новые предметы. Вот хотелось бы узнать, какие именно. Спасибо, вы владеете прям такой информацией. Абсолютно правильно, мы не стоим на месте, я же говорю, система образования достаточно динамичная система. И с нового учебного года, с 1 сентября, вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Этот предмет... Это что-то типа ОБЖ? ОБЖ. ОБЖ у нас предмет был, но мы теперь его поднимаем на новый уровень. То есть обязательно оснащение всех кабинетов ОБЖ будет. Это тиры, которые были при школах, вот да, в некоторых раньше. Школах. Да, военные городки имели место быть. Теперь мы это все возрождаем, восстанавливаем. Там, где этого не было, создаем. И ребята будут как раз... вовлечены в эту деятельность. Это один предмет. Второй предмет – это предмет труда. Сегодня он называется технологии. Также возвращается в образовательные организации. Но теперь труды будут у нас преподаваться с 1 по 9 класс. Для начальной школы это одна программа. Там работа с картоном, с пластиком, с цветной бумагой где-то там, с фольгой. А вот уже с 5 по 9 класс это совершенно иная программа. Здесь программа будет разделена на модули. Там и робототехника, и компьютерная графика будет, и растеневодство, и животноводство, и кулинария будет. То есть все, самое актуальное, наверное, что было упущено, скажем, последнее время, но было в советское, в советском образовании, оно возвращается, немножко интерпретируется, но мы поняли, что это была хорошая практика, и стараемся эту практику перенять. Поэтому труды приобретут совершенно другое очертание. И хочу отметить, что достаточное количество часов будет отведено. С 1 по 4 класс это 1 час в неделю, а вот уже с 5 по 7 класс это 2 часа в неделю. 8 и 9 тоже 1 час, потому что там уже есть подготовка, акцент на другие предметы мы будем делать. Да. Поэтому труд облагораживает человека, от труда никто не отказывался и не умирал, поэтому... Конечно же, труд возвращается в школы в том виде, в каком мы его с вами помним. Ну, это опять-таки, наверное, к вопросу о всестороннем развитии личности. Конечно, поэтому это конечно. Здорово. Карачаево-Черкесия – многонациональная республика. У нас всегда большое внимание уделяется сохранению языков. И вот хотелось бы узнать по линии, опять-таки, образования, какая работа в этом направлении ведется. Потому что родные языки – это все-таки наша идентичность. Родные языки, сохранение, приумножение. Умножение, развитие родных языков. Этому вопросу уделяется у нас также круглый год. И даже во внеурочной деятельности огромное внимание. И глава Карачаево-Черкесской республики этот вопрос периодически ставит и задачи перед Министерством образования. Вот в этом году мы должны были не сократить количество часов на изучение родных языков. И большая работа была проведена. И сегодня мы можем сказать, что в каждом классе у нас не менее 3 часов отводится на изучение родного языка. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Благодаря поддержке руководства республики у нас прописи есть в 1 классе на всех родных языках. Есть учебные пособия, и часть даже уже учебников у нас вошла в федеральный перечень. Совместно с Институтом развития образования проводится большая планомерная работа, чтобы учебные пособия вошли в федеральный перечень и выступали уже как учебники. В этом нам помогают и депутатский корпус, потому что там требуются определенные материальные затраты. Есть гранты, которые выигрывают регионы, тоже направляются именно на издание, написание, тиражирование этих учебников. Хочу отметить, что проводится очень много конкурсов профессионального мастерства. Вот конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». И хочу отдельно отметить, что в прошлом году по приглашению главы Карачаево-Черкесской республики у нас прошел заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». К нам в регион съехались
победители республиканских этапов со всех субъектов Российской Федерации. Мы определяли не только учителя, но и лучшего воспитателя, который транслирует всю свою педагогическую деятельность сегодня на родных языках. У нас есть олимпиады, конкурсы чтецов на родных языках, конкурсы сочинений. Олимпиады, мы от них не отказываемся. Большой интерес вызывают у нас со стороны ребят все эти мероприятия. Они активно участвуют. И, конечно, большая работа в подготовке учителей по родному языку проводится, потому что учителя должны задавать тон и вектор развития родным языкам. Поэтому благодарю общественные организации, которые также участвуют во всех мероприятиях, которые мы проводим по развитию родных языков, по изучению развитию родных языков. Эта работа у нас проводится систематически и находится на постоянной основе и находится на контроле у руководства республики. Инна Владимировна, вопросы продолжают поступать, но, к сожалению, время нашего эфира, оно ограничено. Мы передадим вам обязательно все вопросы, которые поступили. Спасибо. Я хотела бы поблагодарить вас, Светлану Федоровну, за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, ответили на самые, пожалуй, острые вопросы, которые сейчас существуют и которые поступают от нашего населения. Хотелось бы поблагодарить вас за вашу деятельность, за то, что вот так поддерживаете наших детей, подрастающее поколение, пожелать успехов и удачи. Ну и, спасибо, конечно, такого продуктивного лета. Спасибо. Чтобы спасибо набрались за интерес к системе образования. Сил. Спасибо огромное. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я также прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.